Итак, первая половина курса у нас посвящена нейтронным звездам. И начнем мы с вводной лекции, где я попытаюсь описать, очертить тот кусок астрофизики нейтронных звезд, про который я буду говорить, но и заодно буду упоминать важные куски, возможно, даже немножко разбирая их, про которые я говорить не буду. Но это так или иначе соприкасается с курсом, и поэтому мне кажется важно. Ну, начнем совсем с введения. Соответственно, в галактике у нас много звезд. Есть начальная функция масс звезд. В самом нулевом, я бы сказал, приближении это Салпитровская функция масс. Вы знаете, что она немножко уплощается со стороны низких масс. И поэтому формально, если вы считаете по Салпитру, что мы с вами будем делать на семинаре, вы немножко занижаете среднюю массу и немножко завышаете количество звезд в галактике. Но нас интересует верхний кусок. Вот в верхнем куске у нас звезды активно превращаются в компактные объекты. Активно, потому что у них время жизни короткое. Это приводит к тому, что начальная функция масс превращается в функцию масс наблюдаемую. Соответственно, звезды с малыми массами имеют очень большую продолжительность жизни, накапливаются в галактике. И это, кстати, понижает среднюю массу звезд. И в этом смысле, если вы реально делаете оценку средней массы по простому Салпитеру с показателем минус 2,35, то вы не так уж ошибетесь. Потому что все-таки темп звездообразования эволюционирует в галактике. Была эпоха в самом начале, первый миллиард лет примерно, когда звезды образовывались очень активно. И все маломассивные звезды, все звезды с массами меньше, чем примерно 0,9 масс Солнца, которые тогда сформировались, они все еще живы. Они до стадии белого карлика не дошли. Но нас интересуют массивные звезды, повторюсь, абсолютные числа мы посчитаем на семинаре. Но идея такова, что при современном темпе звездообразования, несколько масс Солнца в год, мы получаем вспышки сверхновой где-то раз в 30, 50, 75 в галактике. И это соответствует частоте рождения нейтронных звезд. Некоторыми оговорками. Про это у нас будет отдельная тема, когда мы доберемся до черных дыр на самом деле. Так вот, соответственно, с темпом несколько штук за 100 лет в галактике образуются компактные объекты, и в основном это нейтронные звезды, потому что функция масс сильно спадает в сторону высоких масс, а в черные дыры в среднем превращаются звезды самых высоких масс. Так что нейтронных звезд получается много в галактике, примерно миллиард штук. По большей части это одиночные объекты. И вот про эти объекты мы в основном будем с вами говорить. Нейтронные звезды, как вы знаете, были предсказаны. И даже предсказания нейтронных звезд овеяны легендами. В течение долгого времени в мире такой главной книгой по компактным объектам была книга Шапира-Тьюколски с очень простым названием. Знаете, вот как 30-метровый телескоп, TMT. Так вот, тут самая главная книга про компактные объекты называлась «Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры». И в рассказе о нейтронных звездах там приводится некая легенда, основанная на воспоминании одного известного физика. Легенда гласит, что дело было в Копенгагене в 1932 году. Там сидел Ландау, Бор и автор воспоминаний. Вбегает человек, кричит: «Открыли нейтрон, открыли нейтрон». И значит, Ландау говорит: «Значит, существуют нейтронные звезды». На самом деле ничего такого не было. На самом деле нейтронные звезды, как астрофизические реальные объекты, предсказали Баада и Цвики. Это статья 1934 года, она доступна через НАСА ДС. Я вам советую посмотреть. Там буквально три странички одноколоночных в этой статье. И она совершенно потрясающая. То есть там какие-то совершенно такие пророческие, пророческие прозрения о астрофизике нейтронных звезд. И совершенно какие-то редкостные глупости про то, как нейтрон тонет среди более тяжелых протонов и опускается вниз. В общем, очень показательная статья, на мой взгляд, очень интересная. Но вот с этого момента действительно отсчитывается настоящая история нейтронных звезд. Что не так с легендой? Вот, соответственно, кусочек из книги Шапиров-Тьюколски. Я следую лекциям Дмитрия Георгиевича Яковлева. Почему я
через секунду буквально поясню. Вот. Так вот, значит, в воспоминаниях Розенфельда 1974 года воспроизведена вот эта история. Собственно, это даже первоисточник этой истории. Проблема в том, что люди очень часто, ну и я тоже, повторяют такие легенды, не обращаясь к первоисточникам, даже если это легко сделать. Дмитрий Георгиевич это сделал, и вот в их книге с Генцелем и Потехиным, а также в обзоре в УФН, УФН я по-прежнему рекомендую вам читать. Их обзор в УФН на английской версии обзора выложен в архиве, вот ссылка проведена, поэтому, собственно, я следую лекциям Яковлева. Так вот, они посмотрели, и вот эта статья Ландау о теории звезд, очень такая известная статья. Но обратите внимание, вот получена она журналом 7 января 1932 года. Через год можно юбилей отмечать. А когда же она, значит, была отправлена, когда она была написана? А написана она была аж в 31 году, до открытия нейтрона. То есть даже будучи Ландау, тяжело предсказать нейтронные звезды до открытия нейтрона. Это примерно как придумать рецепт картошки фри до открытия Америки. Это очень тяжело. И хотя в этой статье есть важное правильное утверждение про звезды с плотностью, порядка плотности атомного ядра, про, лучше сказать, астрономические объекты с такой плотностью. Но, конечно, это никакое не предсказание нейтронных звезд непосредственно. А вот в работе Баада и Цвикки там как раз действительно сделано настоящее полноценное астрофизическое предсказание. И это очень такая важная, интересная работа. Как бы то ни было, нейтронные звезды были предсказаны в 30-е годы, но никто не бросился их искать. И почему написано, собственно, прямо у Баада и Цвикки? Потому что предсказание состоит в том, что нейтронные звезды рождаются как такие 10-километровые шарики с температурой порядка миллиона градусов. И увидеть 10-километровый шарик с температурой миллион градусов в 30-е годы было невозможно. Несколько позже можно было бы увидеть, но невозможно идентифицировать, потому что не было каких-то четких предсказаний о том, как выделять нейтронные звезды среди множества слабых объектов. По сути, это означает, что не были предсказаны радиопульсары. Как писал один автор, никто не мог предположить, что нейтронные звезды снабжены бубенчиками. Поэтому в течение 30 лет астрофизика нейтронных звезд фактически не развивалась, но если развивалась, то как некая такая теория. И нейтронные звезды были в итоге открыты в 60-е годы. Открыты как источники двух очень разных типов. Как одиночные радиопульсары, и классический пример это пульсар в крабовидной туманности. И как аккрецирующие рентгеновские источники в тесных двойных системах. Ну вот к этим двум типам мы еще вернемся, а сейчас посвятим 5 минут вот какому вопросу. Значит, несмотря на вот такое четкое предсказание Баада и Цвикки, несмотря на то, что мы теперь знаем большое количество нейтронных звезд и понимаем, что они рождаются в результате коллапса ядер, то есть в результате вспышек сверхновых по большей части, тем не менее, интересно, что нам пока не удалось ни разу увидеть все это в комплекте. То есть ни разу не удалось увидеть вспышку сверхновой с помощью современного оборудования, так, чтобы мы потом идентифицировали саму нейтронную звезду. И самая известная сверхновая последних лет — это, естественно, сверхновая 87-го года, вспыхнувшая в Магеллановом облаке. Мы знаем, какая звезда взорвалась. Но до сих пор мы не знаем, какой компактный объект появился в результате этого события. И это действительно довольно удивительная штука. То есть если бы лет 30-40 назад кому-то это сказали бы, что вот наблюдается вспышка в Большом Магеллановом облаке, а мы так и не можем идентифицировать остаток, то, наверное, люди бы очень удивились, что так получается, но так оно и есть. Итак, вспышка сверхновой произошла в 1987 году, и с тех пор этот объект активно наблюдают во всех мыслимых диапазонах спектра, и, в частности, пытаются найти нейтронную звезду. Несколько раз были ложные открытия,
То есть люди проводили, скажем, тайминг остатка сверхновой и обнаруживали когерентные пульсации с периодом там, порядка нескольких миллисекунд, скажем. Заявляли, что они видят сигнал от радиопульсара, но потом это всегда рассасывалось. То есть всегда это было там, на уровне 3 сигма, и дальнейшие наблюдения это не подтверждали. Что у нас есть на сегодняшний день? Прошло вот уже больше 30 лет с момента вспышки сверхновой. Ее светимость остатка падает, и поэтому все проще выделить компактный объект. Но де-факто это означает, что пределы на светимость этого компактного объекта становятся все жестче. Но давайте посмотрим. Это картинки из статьи 2018 года. Ссылки я все время даю на архивные статьи, но потому что это самый компактный способ дать четкую открытую ссылку. Потому что, например, писать там Иванов-Петров 2018, это довольно бесполезно, трудно потом найти статью. Писать длинную ссылку с указанием журнала, ну, во-первых, длинно. Во-вторых, часто напрямую журнальные статьи, как вы знаете, недоступны. А архивный номер, он сразу вам четко идентифицирует статью, дает ее в открытом доступе. Поэтому, мне кажется, так удобнее. Так вот, соответственно, приведены верхние пределы, но они специфическим образом пересчитаны. Смотрите, на левой картинке показаны пределы, они сравниваются с теоретическими предсказаниями для теплового излучения нейтронной звезды. Мы с вами многократно будем и еще на этой лекции обращаться к тому, что нейтронные звезды могут быть источниками очень разного излучения. Это может быть тепловое излучение поверхности, то вот о чем писали Баада и Цвики. А может быть не тепловое излучение, связанное в первую очередь с магнитосферными процессами. И это вот те самые бубенчики. Соответственно, слева картинка для теплового, справа для нетеплового излучения. Тепловое излучение мягкое. То есть у вас внутри еще очень молодого остатка сверхновой, то есть внутри большого количества недавно сброшенного и нагребенного вещества, находится источник теплового излучения. Тепловое излучение все-таки всегда мягкое. Даже если это рентген, это мягкий рентген. Такие кванты очень сильно поглощаются. И поэтому, если мы хотим пересчитать, если мы хотим по вертикальной оси отложить светимость самого объекта, который сидит внутри, то у нас возникает еще один параметр, а именно колонковая плотность, NH. И нам нужно использовать данные наблюдения, то есть пределы по потоку. Мы не видим центрального объекта, да? Соответственно, мы говорим, что его поглощенная светимость меньше, чем. Но нам нужно пересчитать это в непоглощенную светимость. Соответственно, возникает вот этот параметр NH. И три цветных пунктирных кривые на левом рисунке соответствуют трем значениям NH. Мы не знаем, какая она там в остатке, но есть разумное предположение. И вот получаются верхние пределы. Черная линия — это модельный расчет, это светимость в диапазоне от 2 до 8 килоэлектронвольт для нейтронных звезд с разной температурой. Температура отложена по горизонтальной оси. Ну и мы видим, что при вполне реалистичных температурах тепловое излучение оказывается ниже этих пределов. То есть, если там находится нейтронная звезда такая, какой ее предсказывали Баада и Цвики, а мы знаем такие источники, к этому мы вернемся чуть позже. Если там находится такая нейтронная звезда, то мы, правда, ее еще не видим, потому что сам остаток очень много излучает. То есть мы не видим источник на фоне излучения окружающего вещества. И тут нет ничего удивительного. Правая картинка для нетеплового излучения. Значит, три цветные линии, вот зеленая, синяя и красная внизу, это те же линии, что на левом рисунке. Наклонные черные линии — это предсказания для нетеплового излучения в зависимости от магнитного поля нейтронной звезды. И вот оно отмечено. Это гауссы 10 в 11, 10 в 12, 13, 14 гаусс. И в зависимости от периода. Как, может быть, вы знаете, но мы с вами будем еще на это смотреть, нетепловое излучение является функцией
в первую очередь двух параметров нейтронной звезды, периода вращения и магнитного поля. Чем короче период и чем больше поле, тем выше светимость. Звездочка соответствует пульсару в Крабе. Соответственно, опять-таки, что мы видим? Мы видим совсем другую картину. Мы видим, что нетепловое излучение для кучи реалистичных параметров находится выше этих пределов. Да, штрих-пунктирные линии, они соответствуют пределам на жесткое излучение. Ну, бог с ним, самым верхним, не будем про него говорить. Вот синяя линия здесь, штрих и три точки. Это соответствует пределу на жесткое излучение. То есть довольно сильно ограничены классические пульсары со стандартными магнитными полями порядка 10-12, 10-13 гаусс и стандартными начальными периодами порядка нескольких десятков миллисекунд. То есть такой звезды там точно нет. И в этом смысле у нас есть некоторые вполне себе физичные ограничения на природу компактного объекта в остатке сверхновой 87 года, но мы до сих пор не знаем, что же там сидит. Немножко позже появилась еще одна работа, вот картинка из нее. Здесь добавлены данные. Вот все треугольнички — это верхние пределы. Повторюсь, там ничего не видно. Оранжевые и зеленые — это пределы из работ, написанных до вот этого мая 18 года. Синие треугольники — это их новые наблюдения. И опять-таки, что видно, что объект типа пульсара в Крабе, ну это означает вообще типа молодого радиопульсара, мы бы там уже хорошо видели. Более того, мы бы видели даже не только саму нейтронную звезду, но и излучение туманности. Добавлен еще и спектр крабовидной туманности. Здесь все это было бы хорошо заметно. А вот объект типа того, что предсказывал Баде-Цвике, мы не видим. И показан спектр нейтронной звезды в остатке сверхновой Кассиопея А. Вот он в центре, внизу. Это наблюдаемый объект, это нейтронная звезда. Мы на нее посмотрим чуть позже. Соответственно, все говорит о том сейчас, что скорее всего в результате вспышки сверхновой 87 года, в результате коллапса ядра, образовалась нейтронная звезда. Вряд ли там возникла черная дыра. Возникла нейтронная звезда, но она не является радиопульсаром, не является магнетаром, но относится все-таки к известному типу источников. Вот об этом типе мы тоже будем говорить. Совсем свежая работа, уже вот менее чем годичной давности, весны 2020 года. Здесь рассматривается предел на тепловое излучение. По горизонтальной оси отложен возраст нейтронной звезды, по вертикальной — светимость тепловая. Разные кривые соответствуют разным параметрам модели остывания нейтронной звезды. Вот про это мы будем говорить. У нас будет отдельная большая лекция про тепловую эволюцию нейтронных звезд. Это очень интересная, сложная и важная область, потому что она связывает ядерную физику, квантовую хромодинамику, с астрофизикой. Астрофизика, с одной стороны, может проверять квантовую хромодинамику, с другой стороны, квантовая хромодинамика дает предсказания для астрофизических наблюдений. Так вот, нарисованы кривые остывания нейтронных звезд, и красные эррор-бары соответствуют наблюдениям. И опять-таки видно, что с одной стороны, если считать, что вот то, что там начинает проявляться, это компактный объект, мы можем его объяснить, можем описать излучение этого объекта как тепловое излучение нейтронной звезды. С другой стороны, если все-таки окажется, что это все равно верхний предел, то снова это пока не противоречит теоретическим ожиданиям, то есть нам нужно ждать. И ждать, я бы сказал, не появление телескопов нового поколения, а просто уменьшение светимости самого остатка, чтобы нам стало проще выделить источник на фоне этого остатка. Светимость остатка спадает очень быстро, а светимость нейтронной звезды все-таки спадает на довольно большом масштабе времени. И поэтому со временем нейтронная звезда проявляет себя в остатке, но мы сегодня на это еще посмотрим.
Итак, вернемся в 60-е годы. 60-е годы нейтронные звезды, вообще говоря, впервые увидели, ну так, по-настоящему в рентгеновском диапазоне, но не смогли доказать, что видят нейтронные звезды. Историю можно сделать еще драматичней. В принципе, вы знаете, наверное, что пульсар в крабовидной туманности в оптическом диапазоне довольно яркий объект. И, конечно, на множестве снимков там, первой половины 20 века эта звездочка видна. Другое дело, что очень трудно доказать, что это именно нейтронная звезда. С помощью фотоматериалов, наверное, совсем это невозможно сделать. Когда появились фотоэлектронные умножители, можно было бы пробовать искать пульсации, если знать, что там период порядка 33 миллисекунд. Но никто этого не знал, поэтому, хотя, значит, повторюсь, на довольно старых фотографиях нейтронная звезда в крабовидной туманности видна, но это даже близко не открытие. А вот в рентгеновском диапазоне это было действительно открытием. В начале 60-х годов Джакони с компанией начали запускать рентгеновские детекторы, тогда еще на ракетах, то есть не на спутниках. Ракета летит по баллистической траектории, и довольно короткое время детектор находится выше атмосферы, соответственно, поглощение мало, и можно что-то там регистрировать. Это, кстати, ну, тоже тут есть такие легенды, и я боюсь, что я их тоже когда-то повторял. Ясно, что из Германии и американцы, и мы вывезли довольно много ракет ФАУ, и было много запусков ракет ФАУ и в Штатах, и у нас, в первую очередь с военно-техническими целями, конечно. Но на некоторые действительно пробовали ставить какое-то оборудование. Но вот здесь все-таки были уже не ФАУ, это были ракеты АРБ. И несмотря на вот такое короткое время наблюдений, Джакони с компанией идентифицировали несколько ярких рентгеновских источников. Ну, там, естественно, есть Солнце. Но были явно астрономические источники. Вот один из них — Скорпион X1. Скорпион, потому что созвездие Скорпиона, X, потому что X-rays, рентгеновские лучи, 1, потому что первый рентгеновский источник созвездия Скорпиона. Вот теперь мы знаем, что это нейтронная звезда, но тогда им не повезло. Им не повезло, потому что эта нейтронная звезда не показывает феномены рентгеновских пульсаций. Рентгеновские пульсации возникают в аккрецирующих источниках, потому что падающее аккрецирующее вещество — это плазма. Соответственно, плазма взаимодействует с магнитным полем нейтронной звезды, течет в основном в область полярных шапок. И на поверхности нейтронной звезды возникают яркие области. Нейтронная звезда вращается, эта область по-разному оказывается ориентированной относительно нас, и мы видим переменность излучения на периоде вращения нейтронной звезды. Но если магнитное поле слабо, о чем мы тоже с вами будем говорить, то тогда феномена пульсации нет. Нет вот этих заметных полярных шапок. Вещество падает, грубо говоря, по всей поверхности нейтронной звезды. И Скорпион X1 вот как раз такой объект. Поэтому не удалось их идентифицировать. И Нобелевскую премию за открытие нейтронных звезд получил другой человек. Но Джакони своей премии дождался. Работы Джакони начали в рентгеновскую астрономию. И вот это было отмечено в 2002 году. Соответственно, следующим большим проектом Джакони, который на самом деле уже идентифицировал нейтронные звезды, был спутник, который работал несколько лет. Спутник Ухуру. И Ухуру обнаружил уже сотни рентгеновских источников. Среди них десятки являются аккрецирующими нейтронными звездами в двойных системах. Но какие-то являются еще и одиночными нейтронными звездами, скажем. Пульсар в Крабе является мощным рентгеновским источником. Но это произошло в начале 70-х, было уже поздно. Тем не менее, значит, до сих пор аккрецирующие нейтронные звезды в двойных системах являются одним из самых многочисленных типов объектов с нейтронными звездами. Одним из самых многочисленных известных типов объектов. Повторюсь, в галактике миллиард старых одиночных нейтронных звезд, которые мы не видим. Здесь же речь идет о тех относительно немногочисленных по сравнению с миллиардом объектах, которые мы наблюдаем.
Акреция, напомним про все это на семинаре, вспомним сегодня. Акреция очень эффективный способ энерговыделения. Выделяется до 10%, но иногда немножко больше, даже от МЦ квадрат. Это очень большая энергия. Напомню, что в термоядерных реакциях в звездах выделяется 0,7% от МЦ квадрат. Ну, в реакциях в Солнце. Это зависит от цикла реакции, соответственно, там от массы звезды. В Солнце это примерно 0,7%. И аккреция гораздо эффективнее. Соответственно, в аккрецирующих источниках довольно часто образуются диски. То есть мы видим не обязательно излучение от поверхности нейтронной звезды. Мы видим много излучения от диска. Вот про это мы будем говорить совсем чуть-чуть. Вот про это, про физику дисков, нужно слушать уже в курсе Липунова скорее. Но мы с вами будем говорить про двойные системы, безусловно, поскольку нам это важно, в том числе и для понимания эволюции самих нейтронных звезд. Ну и, конечно, именно аккреционный диск мы видим в случае систем с черными дырами. Там, естественно, никакого излучения от поверхности нет. Двойных систем много. Мы с вами немножко пообсуждаем на отдельной лекции их эволюцию. Двойных систем много, потому что большая часть массивных звезд входят в двойные и кратные системы. Соответственно, довольно часто в таких системах происходят взаимодействия, то есть происходит перетекание вещества с одной звезды на компактный объект. Нас интересуют именно нейтронные звезды и черные дыры. Даже про белые карлики мы практически говорить не будем. И поскольку энерговыделение очень большое, источники яркие, то несмотря на то, что не все нейтронные звезды проходят через такую стадию, а для многих нейтронных звезд это оказывается относительно короткой стадией, короткой, конечно, в сравнении со временем жизни галактики. Но вот несмотря на это, мы знаем большое количество аккрецирующих нейтронных звезд как в нашей галактике, так и в других галактиках. Это достаточно мощные объекты, чтобы мы их видели с расстояния там, вплоть до десятков мегапарсек. Но открытые нейтронные звезды были совсем по-другому. Открыла их Джослин Белл и группа, в которой она была аспиранткой. Открыли их не с помощью этого телескопа, просто это более красивый телескоп, и на его фоне интереснее позировать. Открытие нейтронных звезд тоже такая драматичная история. Я убежден, когда-нибудь про это обязательно снимут фильм. Там есть две крайности. Первая крайность — это то, что произошло на самом деле. Научный руководитель Джослин Белл получил Нобелевскую премию по физике. Формально не за открытие радиопульсаров, а за вклад в развитие радиоастрономии. Но тем не менее, это как бы одна крайность. В истории могло остаться имя одного человека. Другая крайность — считать, что правда Джослин Белл в одиночку открыл радиопульсары. Ну, а значит, а ей никаких плюшек не досталось за это. На самом деле, если читать, там довольно сложная история. Джослин Белл действительно первой заметила этот источник в данных, обратила внимание коллег на него. Но вот дальше группа взялась за работу, потому что дальше нужно было проводить много сложной работы. И, в общем-то, открытие радиопульсаров — это результат коллективного труда и гораздо больше, чем участие просто двух людей, там Джослин Белл и Энтони Хьюиш. Повторюсь, это довольно хорошо описано в статьях, но в статьях не супер таких популярных, в том смысле, что они не на слуху. Их нужно немножко поискать, чтобы найти такую настоящую историю открытия радиопульсаров, но зато почитать про это довольно интересно. Соответственно, вскоре после обнаружения первого радиопульсара был открыт пульсар в крабовидной туманности. И вот тогда картинка, предсказанная Баадой и Цвике, прямо как бы все встало в ней на свои места. И эта картинка казалась идеально отражающей действительность.
То есть нейтронные звезды рождаются в результате коллапса ядер массивных звезд, чаще всего сопровождающиеся вспышкой сверхновой. Соответственно, молодые нейтронные звезды встречаются в остатках сверхновых и наблюдаются как радиопульсары. Здесь можно сделать важную оговорку. Вот то, что мы видим, крабовидная туманность, это вообще говоря не остаток сверхновой. Давайте я минутку этому посвящу, потому что мы дальше посмотрим на остатки сверхновой. Классический остаток сверхновой — это вещество, сгребенное в межзвездной среде выброшенным веществом. Это такая вот довольно большая штука, которая светит не за счет того, что в центре есть активный компактный объект. Это такая самостоятельно излучающая газовая туманность. То, что мы видим здесь, это гораздо более компактная туманность, называемая плерион. И плерион излучает, потому что в центре сидит пульсар. Пульсар в основном испускает не электромагнитное излучение, а ветер релятивистских частиц. И вот эти релятивистские частицы заставляют вот эту туманность светиться. Если мы выключим пульсар, вот нейтронная звезда останется, но пульсар перестанет работать, то вот этот плерион со временем потухнет. Сам остаток сверхновой, то есть, скажем, фронт взаимодействия сброшенного вещества с межзвездной средой, находится сильно дальше. То есть это сильно больший по размерам объект. Удивительным образом в крабовидной туманности мы этого остатка не видим. Его, естественно, искали и постоянно ищут. Есть довольно хорошее предсказание, где эта граница должна располагаться, но достоверно ничего не обнаружено. Связано это, по всей видимости, с тем, что эта звезда взорвалась в области достаточно низкой плотности, и поэтому взаимодействовать особенно не с чем. То есть вот ближайшая аналогия примерно такова. Хочется сказать, все любят, но в общем всех так или иначе зачаровывает картинка или видео ядерного взрыва. Но весь вот этот гриб, огненный шар и вся эта красота связаны с атмосферой, ну или с грунтом. Когда с одной стороны было создано ядерное оружие, с другой стороны созданы ракеты, значит, возникла идея, ну, например, в руководстве советской соответствующей программы, а давайте сделаем взрыв в космосе, это же будет красиво. Но вот первое, что людям объяснили, кроме всяких прочих опасностей, что ничего красивого не будет. Будет короткая вспышка в очень жестком диапазоне, будет совсем немножко видимого излучения, потому что что может светить видимым излучением? Вы испарите вещество самой бомбы в космосе, и все, оно немножко посветит и очень быстро остынет, потому что вещества мало, после испарения плотность облака будет низкая и очень быстрый разлет. И поэтому никакого яркого такого заметного события не будет. Вот если у вас вспыхивает сверхновая, ситуация примерно такая же. Если вокруг было много вещества, то вы можете получить сверхновую с очень большим энерговыделением в электромагнитном диапазоне. В прошлом году появилась статья о такой сверхновой. В смысле, был побит рекорд. Это сверхновая с самым большим энерговыделением в электромагнитном диапазоне. И объясняют это вспышкой сверхновой в результате коллапса ядра звезды, которая до коллапса ядра сбросила много вещества в окружающее пространство. То есть пространство вокруг самой звездой было забито веществом, там под 100 масс Солнца стекло со звезды, а после этого она взорвалась. И поэтому ударная волна взаимодействовала с очень плотным веществом, возникла очень большое энерговыделение в электромагнитном диапазоне. В случае вспышки сверхновой, породившей крабовидную туманность, ничего похожего не было. Ударная волна по пустому пространству куда-то там убежала далеко, и мы не видим этого. Но мы видим саму туманность плериона. Хорошо, это было лирическое отступление. Значит, повторюсь, что в 1967 году были открыты радиопульсары, почти сразу в 1969, по-моему, открыли пульсар в крабовидной туманности. И вот все встало, казалось, на свои места. Молодые нейтронные звезды мы наблюдаем как радиопульсары, может быть, в остатках сверхновых или в плерионах. А старые нейтронные звезды, если повезет, мы можем наблюдать как аккрецирующие объекты в тесных двойных системах. Со временем эта картинка дополняется. Ну вот, например, одно из таких последних больших открытий в этой области — это открытие так называемых тевных гало.
совершенствуется техника наблюдений на очень больших энергиях. Это наземная гамма-астрономия, но это даже не инструменты типа HESS или MAGIC, такие вот, вы знаете, наверное, большие оптические телескопы, но с относительно низкого качества, низкого по сравнению с чисто астрономическими объектами, которые наблюдают оптические вспышки в атмосфере Земли, связанные с попаданием в атмосферу гамма-квантов высокой энергии, примерно терн. Но есть еще больше энергии, и там работают другие установки. Их всегда мало. Собственно, сейчас есть одна такая хорошая установка, называется Hawk. И установка Hawk обнаружила, что многие тевные источники, во-первых, коррелируют с радиопульсарами, а во-вторых, удалось показать, что это большие по размерам источники. То есть они могут там на небе занимать 5 градусов, скажем, если это близкий пульсар. И это такие вот галлы вокруг радиопульсаров. То есть смотрите, внутри сидит Плерион, PWN, это Pulsar Wind Nebula. Ну, проще сказать, Плерион. Это аналог крабовидной туманности. Снаружи остаток сверхновой, который у краба не наблюдается, но вот это классический остаток сверхновой. А вот в промежутке есть область, где испускается очень высокое гамма-излучение, связанное с тем, что электроны и позитроны высокой энергии покидают пульсарную туманность, взаимодействуют с фотонами и за счет обратного Комптон-эффекта электроны эти не тепловые, естественно, это важно. За счет обратного Комптон-эффекта фотоны получают энергию, и, соответственно, мы их наблюдаем как гамма-кванты. Пульсаров наблюдают довольно много. Обычно пульсары показывают на диаграмме PP с точкой. P — это период вращения по горизонтальной оси отложен, P с точкой — это производная, темп замедления этого периода, откладывают по вертикальной оси. Период растет, поэтому производная положительная, так что тут все хорошо. Действительно, растет вверх и по модулю, и по значению. Кроме того, на эту диаграмму удобно наносить родственные объекты. Родственные объекты — это одиночные молодые нейтронные звезды, не являющиеся радиопульсарами. И цветные символы соответствуют как раз таким объектам. Вот мы к ним сейчас потихоньку перейдем. Есть еще миллисекундные пульсары, о них мы будем совсем мало говорить. О пульсарах как таковых мы тоже будем говорить немного. Я буду концентрироваться на объектах, которые не являются, по крайней мере, обычными радиопульсарами. И вот во второй половине вводной лекции как раз про них в основном мы и будем говорить. Ну а пока все-таки пару слов о пульсарах. Пульсары могут обладать очень разными периодами, очень разными параметрами, в том числе разными периодами. Периодически обнаруживают всякие рекордные объекты, это интересно, потому что в данном случае рекорд это, ну, не просто рекорд, кто-то там пробежал 100-метровку еще на 1/1000 секунды быстрее. Важные рекорды — это рекорды, которые ставят проблемы перед теоретическими описаниями, то есть перед нашим пониманием данного типа объектов. Ну вот, например, пульсар с самым медленным периодом вращения, самым большим периодом, это вот пульсар 0250 с периодом почти 24 секунды. Он был совсем недавно открыт с помощью установки LAFAR. Это такой радиотелескоп в некотором смысле, инструмент, работающий в очень низкоэнергетичном, очень длинноволновом диапазоне на частоте 100 МГц примерно. И это интересно, потому что по мере замедления мощность излучения пульсара падает, их труднее видеть. И как пульсары выключаются, мы до сих пор не знаем. Когда-то стандартным было считать, что при достижении некоторой критической комбинации параметров, при достижении так называемой линии смерти, вот здесь на PP с точкой диаграмме линии смерти возможны отмечены цветными
штриховыми линиями. При достижении линии смерти пульсар просто выключается. То есть выключается каскад рождения частиц. Со временем стало ясно, что это не обязательно происходит так. Светимость просто может плавно падать, и довольно резкое исчезновение пульсаров вот в области того, что мы изображаем как линия смерти, может быть связано просто с чувствительностью телескопов. То есть дальше мы просто не видим. Не потому что там ничего нет, а вот как... Бывают ли звезды слабее 6 звездной величины? Бывают. Просто глазом их не видно. А если вы берете телескоп, все равно у вас есть какая-то предельная звездная величина, но есть более слабая. Вот. Может быть, здесь работает такой же эффект. Как бы то ни было, полезно представлять себе предельные значения параметров. Вот для периода вращения пульсаров это меньше, чем полминуты. Вообще нейтронные звезды часто в голове у людей воспринимаются как очень быстро вращающиеся объекты. Это эффект селекции. Часто нам проще видеть нейтронные звезды с короткими периодами вращения. Но вообще это, естественно, не обязательное свойство нейтронной звезды. С точки зрения вращения нейтронная звезда может иметь сколь угодно длинный период. И такие примеры есть. В двойных системах наблюдаются нейтронные звезды с периодами часы. И можно утверждать, что, скажем, если бы была какая-нибудь нейтронная звезда с периодом там, 100 дней, нам было бы просто очень трудно обнаружить такой период в наблюдениях. То есть мы бы просто воспринимали такую нейтронную звезду как объект, не показывающий никакой периодичности. Потому что там, долго собирать данные, так чтобы хорошо увидеть 100-дневный период, мы можем для очень небольшого количества нейтронных звезд, и поэтому можно легко предположить, что какие-то непульсирующие источники на самом деле имеют очень большие периоды. Откуда нейтронные звезды могут приобретать такие большие периоды, мы с вами тоже поговорим. Есть несколько механизмов, но все они, как правило, связаны с аккрецией вещества, то есть со взаимодействием нейтронной звезды с окружающим веществом. Наверное, я лекцию без перерыва сделаю. Надеюсь, вас не сильно напряжет. В удаленном режиме, в общем, если что, вы всегда можете отойти. А я напоминаю, что лекция записывается. Итак, в начале 70-х годов сформировалась довольно такая когерентная картина. Такой старый зоопарк нейтронных звезд. Повторюсь, молодые нейтронные звезды рождаются как радиопульсары. А старые нейтронные звезды мы можем видеть в двойных системах как рентгеновские аккрецирующие источники. Вот эта картина начала меняться в конце 90-х годов. И вот это, собственно, и является основной темой нашей первой половины курса. Соответственно, когда курс появлялся, это была прям совсем новая картина. Но с тех пор картина стала такой более стабильной, что ли. Но при этом она стала более разнообразной, более наполненной, поскольку в последние годы происходило много открытий, и они продолжают происходить. Много открытий, связанных с нейтронными звездами, которые в ту старую классическую картинку не очень укладываются. Связано это в первую очередь с многообразием типов молодых нейтронных звезд. То есть, как оказалось, нейтронные звезды могут быть вовсе не похожи на пульсар в Крабе, и это не какой-то редкий случай, а ну, не будет большим преувеличением сказать, что примерно половина нейтронных звезд рождается совсем не такими, как пульсар в Крабе. И есть несколько типов источников, несколько типов молодых компактных объектов на пульсар в Крабе не похожие, вот они здесь перечислены. И теперь мы пробежимся по этому списку. Начнем с того, что предсказывали Баады и Цвейги. Вот это, собственно, молодые нейтронные звезды в остатках сверхновых. Для них никакого красивого слова типа пульсар или магнетар пока не придумали, поэтому они называются длинно. Полностью они называются компактные центральные рентгеновские источники в остатках сверхновых.
Обычно это сокращают до CCO, Central Compact Object. Соответственно, очень часто я буду их называть CCO. То есть со временем вы привыкнете. Есть несколько очень ярких примеров. Пожалуй, самый показательный — это Cassiopeia A, которую я уже упоминал. Она на изображении слева. Это рентгеновское изображение. И история открытия нейтронной звезды Cassiopeia тоже довольно интересна. Cassiopeia, как вы понимаете, давно известный радиоисточник. Вы должны это понимать из-за буквы А. Соответственно, вот если рентгеновские источники обозначают типа Скорпион X1, то радиоисточники начинали обозначать букву А. Соответственно, Cassiopeia A — это первый радиоисточник, открытый в созвездии Кассиопеи. Сам остаток хорошо наблюдается в разных диапазонах. То есть не надо было даже ждать начала рентгеновской астрономии, тем более появления рентгеновских телескопов, строящих изображения, чтобы увидеть этот остаток. Но вот нейтронную звезду увидели совершенно случайно. Когда запустили Чандру, то нужно было сделать какой-то снимок с хорошим угловым разрешением, просто красивую картинку для первого пресс-релиза. И сделали картинку Cassiopeia A и с удивлением обнаружили вот эту белую точку в середине. Раньше ее просто никто не мог увидеть. Вот здесь, и это все-таки меня поражает до сих пор. Мы видим поверхность 10-километрового шарика, который находится бог знает как далеко. И это удивительно. На мой взгляд, по крайней мере. Это действительно просто горячая нейтронная звезда. Там нет никакого ни теплового излучения. Мы видим просто излучение поверхности. Вот сам остаток классический, замечательный, кругленький, такой аккуратненький. И излучение остатка никак не связано с присутствием нейтронной звезды. Если вы ее уберете, или там она сейчас схлопнется в черную дыру, остаток об этом ничего не узнает. Он как жил, так и будет жить. Будет как-то эволюционировать, но нам интересна вот эта звезда. Она не является пульсаром. Пульсары, как вы знаете, обладают направленным излучением, поэтому они и пульсары. Астрономы назвали пульсары пульсарами, потому что они не пульсируют, чтобы всех запутать. Пульсирует излучение. То есть есть периодические, строго периодические изменения блеска, изменения светимости. В данном случае, даже если пульсар не светил бы на нас, но продолжал бы испускать потоки частиц, возникло бы что-то типа плериона. Но может быть не такой замечательный, как крабовидная туманность, но ясно, что даже если там пулемет стреляет не в вашу сторону, а стреляет в потолок, вы видите дырки в потолке. Здесь видно, что вокруг все ровно и аккуратно, вокруг нейтронной звезды. В непосредственной близости. Это означает, что никакого мощного антиплавого излучения нет. Это объект совсем не похожий на пульсар в Крабе. Справа показан еще один центральный компактный источник. Мы про него еще поговорим. Это очень интересный объект. Ну, во-первых, у него несколько лет назад был обнаружен очень длинный период. Это молодая нейтронная звезда совсем. Период почти 7 часов. И у нее обнаружились еще некоторые особенности. То есть этот объект на самом деле по своим проявлениям совсем не похож на объект в Cassiopeia. Хотя вот на этих снимках они выглядят как нечто очень похожее друг на друга. Таких вот центральных компактных объектов известно немного. Ну вот я здесь 6 привожу самых известных, но их сейчас там что-то около десятка, может чуть за десяток, считая кандидаты. Кажется, что это какой-то мелкий добавок. Пульсаров все-таки 2000 известно. Но если мы учтем возраст, то все резко изменится. Средний возраст пульсара — это миллионы лет. Известные пульсары в среднем имеют возраст порядка миллиона лет. А здесь возраста, как вы видите, тысячи лет. Соответственно, если мы учтем фактор возраста, то окажется, что центральные компактные объекты составляют очень значительную долю нейтронных звезд. Они составляют что-нибудь около трети объектов по темпу рождения. И поэтому это вовсе не какая-то ерунда, это большая популяция. И вот 90-е годы это было первым таким сильным указанием, что, ну или одним из первых, как считать, что молодые нейтронные звезды могут быть совсем не похожи на пульсар в Крабе. Вот еще один пример известного остатка сверхновой с компактным объектом.
Вот тут отзумленная область, я это показываю просто, чтобы очень хорошо продемонстрировать, проиллюстрировать, что здесь нет ничего похожего на Плерион. Это просто спокойная нейтронная звезда. Для них можно измерять всякие параметры. Например, нейтронные звезды могут обладать очень большими пространственными скоростями. Может быть и больше 1000 км в секунду. Здесь вот под 1000. Это недавние измерения, уточненные. Про скорости нейтронных звезд мы с вами тоже отдельно будем говорить. Центральные компактные объекты, конечно, проще наблюдать в нашей галактике, но вот относительно недавно первый такой объект обнаружили в Малом Магеллановом облаке. Это был первый объект данного типа вне нашей галактики. Для некоторых из этих центральных компактных объектов померены периоды. И это привело к появлению такого кандидата в красивое название, но оно неприменимо ко всем объектам данного типа, очевидно. Это антимагнитары. Почему анти? Потому что на диаграмме ПП с точкой, вот у нас куча радиопульсаров, синим они изображены. Справа вверху красными крестиками показаны магнитары. Про магнитары мы поговорим. А с другой стороны кучи располагаются 2-3 центральных компактных объекта, для которых надежно измерены периоды и производные. Один из них здесь отмечен звездочкой, такой с четырьмя лучами. Поэтому их называют антимагнитарами. Такие наблюдения показывают, что нейтронные звезды в центральных компактных объектах обладают низкими магнитными полями. То есть они не являются мощными пульсарами. Не потому, что, например, они имеют большие периоды вращения, а потому, что у них маленькие магнитные поля. Хотя они располагаются не за линией смерти. То есть формально какое-то небольшое излучение там может быть, но светимость, связанная с магнитосферным излучением, у них в стационарном состоянии маленькая. Подчеркну на всякий случай, что вот все эти слова не применимы ко всей популяции, скажем, вот RCW-103, давайте я напомню, вот который справа. Это совсем другой объект, у него вообще 7-часовой период, он в таком масштабе не поместится на диаграмму ПП с точкой. Ну вот RCW-103 и некоторые другие CCO, включая классические антимагнитары, на самом деле магнитары. Но магнитары такие в смирительных рубашках, я бы сказал. По-английски более или менее устоялся уже термин «спрятанные магнитары». Итак, мы видим только тепловое излучение нейтронных звезд в этом случае, в случае CCO. Мы видим тепловое излучение, про него мы будем подробно говорить. Но в некоторых случаях мы видим пульсирующее излучение. То есть периоды и производные периоды измеряются не в радиодиапазоне, как у радиопульсаров, а в рентгеновском диапазоне. И нужно объяснить, почему же возникают такие сильные рентгеновские пульсации. Аккреции там нет. Значит, нужно обеспечить очень неравномерное распределение температуры по поверхности. И мы с вами увидим, что это неравномерное распределение температуры можно объяснить только магнитными полями. И чем сильнее эта неравномерность, тем больше должны быть магнитные поля. Если вы построите количественную модель, что вот впервые Наташа Шабалтас и Дон Клай сделали в 2012 году, то вы получите, что поля нужны очень большие, 10-14 Гаусс, но они не торчат наружу, потому что иначе мы бы видели какую-то еще активность от вот этого объекта в остатке сверхновой Кистерверн-79. Мы ее не видим, значит, магнитное поле спрятано. Вот про то, как магнитное поле прячется, как оно забивается в кору, мы с вами тоже будем говорить. Это тоже важная современная тема. Если у нейтронной звезды есть сильное магнитное поле, то она может проявлять себя как источник совсем нового типа. И это магнитары. Вот у меня есть вопрос любимый, но вам я мог на летней практике его еще задавать. На всякий случай задам сейчас, вдруг у вас появились новые ответы. Напоминаю, я их коллекционирую. Так вот, вопрос, который я люблю задавать коллегам, очень простой. Какое самое большое наблюдательное, подчеркиваю, наблюдательное астрономическое открытие было когда-либо сделано у нас в стране? Ну, если у вас есть идеи, можете писать в чат прямо сейчас. Можете подумать и там, написать как-нибудь потом. Очень часто первым называют открытие атмосферы у Венеры.
Ломоносовым. А вот дальше люди погружаются в задумчивость. Иногда они мне называют открытия, про которые я никогда не слышал. То есть это что-то очень важное, но в такой очень узкой области, где человек работает. На мой взгляд, на второе место можно поставить открытие магнитаров. Вот магнитары были открыты в первую очередь благодаря наблюдениям эксперимента «Конус», который физико-технический институт имени Йоффе делал и делает на разных спутниках, там, совершенствуя установки. Итак, магнитары. Магнитары — это нейтронные звезды, чья светимость, чьи наблюдательные проявления связаны в первую очередь с диссипацией энергии магнитного поля. На семинаре мы будем говорить про источники энергии нейтронных звезд, и мы скажем, что у пульсаров это вращательная энергия. Дальше может быть аккреция, тепловая энергия. Аккрецию мы можем отбросить в случае магнитаров, потому что видно, что нет никакой аккреции, нет второй звезды. Тепловую энергию мы можем отбросить, потому что спектр не тепловой. А энергию вращения мы можем отбросить, потому что ее не хватает. Вы видите темп диссипации вращательной энергии, и ее не хватает для объяснения наблюдательных проявлений магнитара. И тогда вы должны придумать что-то еще. Вот следующее что-то еще — это энергия магнитного поля. Магнитное поле в данном случае поддерживается сильными токами. Это не постоянные магниты. Соответственно, наверное, проще говорить о выделении энергии электрических токов. Как бы то ни было, говорить про поля удобней. Мы же про вспышки на Солнце не говорим, что это энергия токов. Да? Мы говорим о выделении энергии магнитного поля. Вот тут все примерно так же, только поля гораздо выше. Поля порядка 10-14-10-15 Гаусс. Это фантастические значения, они больше, чем все мыслимое, что можно получить в лабораториях. Поэтому нейтронные звезды — это еще и полигон для квантовой электродинамики в диапазоне сверхсильных полей. Про квантовую хромодинамику мы уже говорили, про общую теорию относительности и теорию гравитации вы и без меня знаете. Нейтронные звезды — компактные объекты. Но вот еще есть квантовая электродинамика. Тоже очень интересный кусок физики, связанный с нейтронными звездами. Вот про магнитары мы будем говорить довольно много. Магнитные поля магнитаров оцениваются косвенным образом. В первую очередь мы можем магнитар нарисовать на диаграмме ПП с точкой и, соответственно, по комбинации периода и производной периода определить магнитное поле. Это модельно-зависимая оценка, но вы получаете как раз те же самые 10-14-10-15 Гаусс. Есть, опять-таки, модельно-зависимые модели вспышек магнитаров, мы на них еще посмотрим. Они тоже указывают на поля порядка 10-14-10-15 Гаусс. И, наконец, в редких случаях есть прямые измерения полей по спектральным деталям. Вот, наверное, первая такая картинка во время вспышки в магнитаре удалось померить несколько спектральных деталей. И, несмотря на то, что здесь все равно есть несколько возможных интерпретаций, довольно хорошо подходит интерпретация, связанная с протонными циклотронными линиями в спектре. И тогда поля получаются такие же, как по замедлению, такие же, как по моделям активности. И все вместе это выглядит крайне убедительно. Магнитаров известно больше, чем CCO. Их известно штук 30 сейчас. Есть онлайн-каталог магнитаров. Вот внизу есть ссылка. Ну, собственно, если вы просто напишите в Гугле, если вам интересно, каталог магнитаров, то быстренько попадете на этот сайт. Есть, соответственно, статья, где описан каталог. Но каталог постоянно пополняется. То есть, вы знаете, так обычно бывает. Создается каталог, пишется статья, его описывающая, а дальше каталог может годами пополняться. Ну а статьи апдейтят, не знаю, раз в 10 лет. Магнитары делятся на два типа. На источники мягких повторяющихся гамма-всплесков, soft gamma-ray repeaters, и аномальные рентгеновские пульсары, anomalous X-ray pulsars. Как мы увидим в дальнейшем, это довольно условное деление теперь. То есть вот можно познакомиться с человеком, да, если вы, знакомясь с ним вначале, узнали, например, что он астрофизик, вы будете называть его астрофизиком. А если вы с ним познакомились вначале, потому что он на бас-гитаре в рок-группе играет, вы будете называть его басистом. И вот тут примерно то же самое. Вначале или один тип активности обнаруживается, или другой, и объект называется или так, или так. То есть вы будете говорить или астрофизик, играющий на бас-гитаре, или басист, занимающийся астрофизикой.
но первый лейблик прилипает в данном случае к объекту. И здесь примерно так же. Примерно поровну сейчас софт гамма-репитеров и аномальных рентгеновских пульсаров. То есть не точно 15 и 15, конечно, но по порядку величины так. Все хорошо известные магнетары — это галактические объекты, но есть кандидаты во внегалактические вспышки. И здесь опять-таки вот люди из питерского физтеха, Дима Фредерикс, его соавторы, они впереди планеты всей. У них постоянно работают детекторы на орбите. И они обнаружили несколько хороших кандидатов во вспышки магнетаров вне нашей галактики. У последнем обнаруженном таком объекте в самом конце прошлого года была хорошая статья в Nature. У меня в обзорах можно найти. Мы с вами будем говорить про магнетары подробно, и мы с вами увидим, что на примере магнетаров это видно лучше всего, что нейтронные звезды могут проявлять много разных типов активности. И, например, нейтронная звезда не обязана всю жизнь, ну или там весь период наблюдения являться классическим магнетаром и быть классическим софт-гамма-репитером или аномальным рентгеновским пульсаром. Они и эту активность могут проявлять трансиентным образом. Это первое, что было обнаружено. И они могут совмещать несколько разных типов активности. Ну вот, например, этот объект. Во-первых, он был обнаружен как транзиентный аномальный рентгеновский пульсар. То есть обнаружен точечный рентгеновский источник. И тайминг этого источника показывает наличие строгого, четко выдерживающегося периода, ну, в данном случае 6 секунд практически. Но архивные наблюдения показывают, что источник просто не всегда виден. То есть он переходит в стадию высокой активности. Мы наблюдаем это излучение, в первую очередь не тепловое. А потом источник выключается. То есть транзиентный аномальный рентгеновский пульсар. Это был первый объект, если не ошибаюсь, для которого еще вдобавок увидели радиоизлучение. Это был очень интересный момент, потому что вот на диаграмме ПП с точкой, например, вот тут радиопульсар, тут аномальный рентгеновский пульсар. И люди годами пытались, и у них это получилось, объяснить, почему магнетары не являются пульсарами. А потом стали открывать радиоизлучение магнетаров. То есть все-таки природа устроена довольно хитро и сложно, и правые графики — это как раз пульсирующее излучение в радиодиапазоне. Вот вы видите, написаны частоты, там порядка гигагерц. То есть здесь мы видим первый источник, мы сегодня еще на несколько таких посмотрим, который совмещает в себе характеристики нескольких типов объектов, и это делает все интересно. То есть это вот действительно там не просто басист-астрофизик, а человек, сочетающий в себе еще больше талантов. И в разных фазах он проявляет разную активность. Это довольно интересно. Ну, то есть даже интереснее, чем Брайан Мэй. Радиоизлучение с тех пор было обнаружено еще у нескольких магнетаров. Повторюсь, про магнетары у нас будет отдельная лекция. Я сейчас не буду задерживаться, я и так медленно двигаюсь. Но совсем недавно, в связи с изучением, на самом деле, быстрых радиовсплесков, о которых мы тоже будем вспоминать периодически, был обнаружен еще один интересный феномен. Оказалось, что магнетары могут быть источниками очень коротких радиоимпульсов, импульсов когерентного излучения. Эти импульсы имеют миллисекундную длительность. Вот на среднем графике хорошо видно, это построено распределение импульсов по ширине. И вот характерные значения здесь где-то 3-4 миллисекунды получаются. Это очень похоже на быстрые радиовсплески, но это не быстрые радиовсплески. Хотя, как вы знаете, от одного из магнетаров в прошлом году был зарегистрирован и фактически полный аналог быстрого радиовсплеска. Наконец мы добрались до одного из моих самых любимых объектов в этом смысле. До такого первого обнаруженного объекта оборотня. Источник был известен как радиопульсар. Но даже здесь все сложно. Это радиопульсар, который в радио-то не наблюдался. Вот эти пульсации наблюдались исключительно в рентгене. Просто пульсар не направлен на нас.
А так, это объект, в принципе, похожий чем-то на пульсар в Крабе. Это очень молодой пульсар, как вы видите, возраст меньше 1000 лет. Вокруг него красивый плерион, вот отзумленный плерион, замечательный туманность, прямо копия крабовидной туманности. Вот снаружи очень хорошо виден остаток сверхновой. У краба теоретически должно быть что-то такое, но, как мы говорили, из-за того, что плотность среды снаружи очень маленькая, ничего похожего не наблюдается. Но это просто, чтобы вы сравнили масштабы. У краба, конечно, было бы... Хотя нет, примерно так же, там тоже же возраст порядка 1000 лет, чуть побольше. Так что в этом смысле это классический пульсар, вроде бы. Но пульсар, правда, очень мощный. У него самый большой темп потери вращательной энергии. Вот E-dot, это, соответственно, темп потери вращательной энергии. Большое магнитное поле. Не сказать, что гигантское, не 10-14 Гаусс, но большое магнитное поле. Вот этот источник наблюдали, и вдруг он перешел в активную фазу. Он перешел в активную фазу. У него стали наблюдаться вспышки в жестком рентгеновском диапазоне. Вот внизу показаны эти вспышки. Это 5 отзумленных вспышек. Вот он, период активности. И вот тут отзумленные вспышки. Время в секундах внизу. То есть вспышка длится меньше 1/10 доли секунды. Это очень короткие вспышки, но очень мощные. И кроме того, источник стал просто более мощным рентгеновским источником. И если вы посмотрите на светимость, то теперь вы не можете объяснить ее потерями вращательной энергии. Заработало что-то еще. И, как вы помните, для вспышек это только магнитное поле может быть в этом случае. Об альтернативах мы можем поговорить на лекции про магнитары попозже. То есть мы можем поговорить, почему эти альтернативы не проходят. То есть в данном случае жил-был радиопульсар, и он на наших глазах превратился в магнитар. Он стал проявлять магнитарную активность, причем сразу и источника мягких повторяющихся гамма-всплесков, вот они, мягкие повторяющиеся гамма-всплески внизу, и как аномальный рентгеновский пульсар. Вот он, яркий, стабильный рентгеновский источник, и период мы там наблюдаем. То есть с пульсациями тоже как бы все хорошо. Вот это очень красивый пример, потому что в самом конце лекции мы скажем, что такие превращения из одного типа источника в другой очень важны. Конец лекции у нас будет отдельным кусочком, потому что за эту пару я до конца добраться не успею. Еще один сюрприз ждал людей. Значит, мы сказали, что магнитное поле можно оценить по положению пульсара на диаграмме ПП с точкой. Вы видите период вращения, видите темп замедления, можете оценить магнитное поле. И у магнитаров мы ожидаем поле большое, потому что, чтобы поддерживать мощную активность, всякие вспышки, нужно большое поле. И лет 10 назад был открыт первый такой поразительный объект. Он был открыт как источник мягких повторяющихся гамма-всплесков. То есть это вспышки, классический магнитар, ничего более классического быть не может. Измерили у него период, вскоре измерили производную периода и получили маленькое поле. То есть вначале вообще не удавалось измерить производный период, был верхний предел. Вот вы видите, меньше, чем там 7/10-12 Гаусс. Это как у краба. То есть вообще говоря, ерунда, краб никакой не магнитар. А здесь вроде бы мы сталкиваемся с противоречием. Значит, люди, которые считали, что магнитаров не существует, они есть, это такая интересная тенденция. Я один раз видел пример, я бы сказал, предельно некорректного поведения на международной конференции. Была отдельная сессия по магнитарам, и человек, значит, представлял альтернативную, очень известный астрофизик, альтернативную магнитарам модель, в конце вопросы. Ну, никто вопросы не задает, но хочется человеку порассказывать странные вещи. Ну и, наконец, один коллега, так не выдержал, он, улыбаясь непрерывно, говорит: у меня один вопрос. Скажите, а что должно произойти, чтобы вы перестали выходить перед нами и все это рассказывать? Вот, ну мы знаем, что должно произойти. Идеи уходят вместе с их носителями, исключительно в науке. Но вот тут, значит, противники магнитаров raise their nasty heads, потому что вроде бы мы видим противоречие. Сильного магнитного поля нет, но магнитарная активность есть. Потом был открыт еще один такой магнитар. Вот они звездочками пустыми показаны на диаграмме ПП с точкой слева.
тоже магнитар и поле ниже так называемого швингеровского поля. Ну, вообще говоря, главное, что видно, что они сильно ниже других магнитаров располагаются. Потом был обнаружен еще один. То есть стало ясно, что это, вообще говоря, некий класс объектов, магнитары с низкими полями. Но вот тут есть важное но. Какое магнитное поле мы определяем на диаграмме ПП с точкой? Давайте я сюда вернусь. Это поле, которое связано с замедлением вращения. Мы с вами увидим, что это дипольное поле. Но диполь не единственная компонента. В норме дипольные компоненты сильнее других. Но норма это не стопроцентный охват. И это примеры нейтронных звезд, у которых поле сильно не дипольное. То есть, представьте, вот у Земли есть некое дипольное поле, да, довольно сильное, а есть всякие магнитные аномалии на поверхности. Вот представьте, что эти аномалии были бы еще сильнее. Ну или лучше даже, может быть, взять Солнце. Вот есть Солнце, у него дипольное поле порядка 1 Гаусса. Но есть пятна, где поля уже 1000 Гаусс. И именно там возникают мощные вспышки. То есть вспышки связаны не с глобальным диполем, а с мелкими структурами. Вот есть нейтронные звезды, обладающие примерно такими же характеристиками, что опять-таки совершенно, я бы сказал, было неожиданно. Что еще было неожиданного? Вот еще один магнитар, как мы теперь знаем, который был открыт как классический радиопульсар. И тут он уж просто был открыт в радиодиапазоне. Единственное, что уже по диаграмме ПП с точкой получалось, что поле у него большое. Поэтому, вообще говоря, многие ждали, когда же он станет активным. К счастью, долго ждать не пришлось. Уже несколько лет назад были подозрения, что объект периодически проявляет магнитарную активность, просто мы пока ее не застали. В каком там, 2009 году застали некоторый спад в рентгеновской светимости. Здесь слева отложена радиосветимость, а справа рентгеновская. И синие точки — это рентген. Вот было высокое состояние в 2007 году, да? А потом наблюдения 2009 года показывали более низкое, ну и 2011 еще более низкое рентгеновское состояние этого объекта. Поэтому было ощущение, что где-то там до 2007 года произошла вспышка мощная. И это подозрение действительно было подкреплено в 2017 году. Действительно, этот пульсар обнаружили в активном состоянии, но опять саму вспышку никто не увидел, но увидели очередной такой вот рентгеновский хвост, и главное, появились очень четкие рентгеновские пульсации. То есть в данном случае этот пульсар начал проявлять такую отчетливую магнитарную активность, и это еще один пример переходы из такой вот фазы активности в другую у молодых нейтронных звезд. В первую очередь речь идет о нейтронных звездах с сильным магнитным полем. Что у нас вообще с магнитными полями? В норме магнитные поля затухают, и мы с вами будем говорить, у нас будет отдельная лекция о затухании магнитного поля. И это понятно, у нейтронной звезды нет батарейки, поле поддерживается токами. Значит, токи со временем должны затухать, поле будет уменьшаться. Это естественное ожидание. Тем не менее, есть примеры другого поведения. И здесь тоже есть интересные тонкости, тоже мы будем про них говорить. Пульсары мы хорошо отображаем на диаграмме ПП с точкой. Если у пульсара поле остается постоянным, то он двигается вдоль вот такой пунктирной линии. Это линия постоянного поля. Он двигается из левого верхнего угла, или левой верхней части, скажем так, в правую и нижнюю. Это нормальный путь. Если поле затухает, то он сильнее отклоняется в нижнюю часть диаграммы. А есть несколько объектов, у которых прямо очень четко видно, что они карабкаются вправо вверх. То есть они явно двигаются в область более сильных полей. И, скажем, вот этот пульсарчик вверху, он просто едет в сторону магнитара. Вот объекты в правой верхней части диаграммы — это магнитар. Он едет в их сторону, может быть, когда-нибудь доедет. И это тоже очень интересный процесс.
он вовсе не обязательно связан с усилением токов, текущих в нейтронной звезде. Мы с вами уже говорили про спрятанные магнетары, про магнетары в смирительных рубашках. Ну вот, как все смотревшие «Смертельное оружие», по крайней мере, знают, что из смирительной рубашки можно выбираться потихонечку. И похоже, что мы видим примеры объектов, которые так себя и ведут. То есть магнитное поле сверху было чем-то заэкранировано, ну чем-то это плазма. И потихоньку поле диффундирует сквозь эту плазму, вылезает наружу, и именно внешнее дипольное поле, которое отвечает за положение пульсара или вообще нейтронной звезды на диаграмме ПП с точкой, возрастает. Что не означает возрастание полной магнитной энергии в этой нейтронной звезде, не означает возрастание токов. Это такое самое консервативное описание этого удивительного поведения, когда пульсар ползет по диаграмме ПП с точкой не в ту сторону. Есть и более экзотические объяснения, связанные действительно с усилением поля. Ну, если будет время, может быть, на каких-нибудь будущих лекциях и о них мы вспомним. Хорошо, еще один тип компактных объектов, который относительно недавно, ну, с моей точки зрения, был открыт. Здесь, кстати, очень интересная вещь. Потом, когда-нибудь в будущем, можно будет и на вас проверить. У коллег очень четко, значит, история в прошлое делится на старую науку и новую. И вот это деление на старую и новую примерно соответствует аспирантуре у данного конкретного человека. Ну, иногда там чуть раньше, когда человек начал очень серьезно заниматься наукой и много читать. То есть вот для меня статьи 80-х годов это старые статьи, статьи после 2000 года это новые статьи, ну а 90-е немножко размазано. 90-е я скорее всего скажу, что это старая статья, а 97-й год скажу, что не такая уж и старая статья. Вот, значит, во второй половине 90-х годов была обнаружена еще одна новая популяция нейтронных звезд, произошло это благодаря спутнику Россет. Был обнаружен первый объект, собственно. Это близкие радиотихие нейтронные звезды. Первый объект, он остается самым известным, RXJ-1856. Открыт он был в 96-м году. Его удалось довольно быстро идентифицировать в оптическом диапазоне. Это очень слабый объект. Это объект там 20-25 известной величины, наблюдали его на Хаббле. И это как бы еще ближе к тому, что предсказали бы Ада и Цвики в некотором смысле. Это снова мы видим тепловое излучение молодой нейтронной звезды. Первый обнаруженный объект этого типа показывал идеальный тепловой спектр, отсутствие пульсирующего излучения. Но потом было открыто еще несколько нейтронных звезд. Вот 6 еще было открыто довольно быстро. И вместе они получили название «Великолепная семерка». Для всех из них заявляли периоды, но в одном случае оказалось, что это ложное выделение такой пульсационной активности. Видно, что это нейтронные звезды с периодами примерно как у магнитаров. По периодам они попадают туда же. Но производные периоды у них поменьше. То есть это объекты немножко промежуточные между магнитарами и радиопульсарами, а по своим наблюдательным проявлениям совсем не похожи. По своим наблюдательным проявлениям они похожи на CCU, но зато у них большие периоды. У CCU периоды там 0,1 секунды, как вы помните, или наоборот 7 часов. То есть это совсем вроде бы другой тип нейтронных звезд. Как он эволюционно связан с другими, априори было непонятно. Но мы потом будем с вами говорить о них детальнее и про эти эволюционные связи поговорим. Соответственно, в конце 90-х и первое десятилетие нулевых очень активно изучали эти нейтронные звезды. Вот на тот момент это была, наверное, самая интересная, ну, отчасти потому, что свежая популяция нейтронных звезд, они были популярнее магнитаров, во что сейчас трудно поверить. Их активно наблюдали. Наблюдали с помощью разных инструментов. Удалось почти все увидеть в оптическом диапазоне. В рентгеновском диапазоне неплохие спектры для них получали, определяли периоды и производные периоды, а это дает возможность оценить магнитное поле. Вот в оптике величины, вот они приведены, да, 25-е для 1856, остальные все слабее. Ну и там для некоторых до сих пор есть верхние пределы. Это статья старая, ну, с вашей точки зрения старая. Но как бы то ни было, есть более свежие наблюдения. Не все удалось увидеть в оптике.
Соответственно, это относительно молодые нейтронные звезды, но с чем сравнивать? Их возраст под миллион лет. То есть они немножко моложе, чем радиопульсары в среднем, но вообще говоря, вполне такие взрослые нейтронные звезды. Никаких остатков сверхновых мы там не ожидаем. Но важно, что у них нет проявлений нетепловой активности. То есть все-таки излучение связано с излучением поверхности, и мы к ним постоянно будем возвращаться именно по этой причине, когда будем обсуждать тепловую эволюцию нейтронных звезд, эволюцию магнитных полей и свойства поверхностных слоев, в частности, свойства атмосфер нейтронных звезд. Ну вот они на диаграмме ПП с точкой, синими ромбами они показаны. Соответственно, один из них лишний, я сейчас не помню какой, для которого ложный период здесь 7 их нарисовано. Один из периодов, соответственно, неправильный. Вот видно, как они хорошо располагаются между радиопульсарами и магнетарами, заполняя еще один пробел на диаграмме ПП с точкой. Спектры не у всех такие идеально чернотельные, как у 1856, мы про это с вами будем говорить. Там есть всякие интересные спектральные детали, есть некоторые несостыковки оптического и рентгеновского излучения. Оно и там тепловое может быть, но с разными температурами. Под все есть очень интересные объяснения, включая довольно экзотичные, такие как это, не обсуждающиеся обычно в популярной литературе вещи, типа выпадения атмосферы нейтронной звезды в конденсат, когда у вас в сильном магнитном поле вот такие почти полимерные цепочки образуются, и, скажем, водородная или железная атмосфера конденсируется на поверхности нейтронной звезды. Очень красивый эффект. Вот об этом мы немножко с вами будем говорить. Радионаблюдения показали, что великолепная семерка в радио не видна, причем пределы очень глубокие. И может быть это связано с тем, что просто очень узкий радиолуч, он не попадает на Землю, а может быть это связано с тем, что действительно нет радиопульсарной активности. Это, я бы сказал, по сю пору так и непонятно. Это по-прежнему остается загадкой. Великолепная семерка, вот она семерка, многих смущало название, потому что, вот мы скоро откроем восьмой. Восьмой открыть оказалось очень сложно. Первый кандидат, который был открыт, был назван Кальвера. Если вы смотрели фильм «Великолепная семерка», то «Великолепная семерка» — это хорошие ковбои, а Кальвера — это предводитель банды плохих, с которыми они, значит, воевали. Кальвера, его обнаружили, опять-таки, как нейтронную звезду с тепловым спектром. Были всякие интересные вопросы, связанные с тем, что этот источник очень высоко над галактической плоскостью находится. Но вообще расстояние определялось плохо до него, надо признать. Впоследствии у него удалось обнаружить пульсации. И оказалось, что это совсем не похоже на великолепную семерку, поскольку период у него в 100 раз более короткий. И очевидно, что это какой-то совсем другой тип объектов. Радиоизлучения от него так и нет, гамма-излучения от него так и нет. Про гамма-пульсары мы вот на четвертой паре поговорим сегодня. И это снова какой-то такой вот вычурный пример нейтронной звезды. Вообще надо сказать, что есть много интересных примеров нейтронных звезд, единичных объектов, которые не очень хорошо укладываются в картину. То есть есть какие-то серьезные нестыковки, связанные, скорее всего, не с там новой физикой или удивительными свойствами этих объектов, а с недостатком данных. Мы просто не можем как следует. Представьте, что у вас есть пазл, но часть вот этих кусочков, она дополнительно еще там каким-нибудь злодейским ребенком ножницами обгрызана. И поэтому не встает кусочек на место, его нужно чем-то дополнять. Но, в общем, есть много нейтронных звезд отдельных. Они не формируют группы, поэтому они не на слуху. Но есть много интересных объектов, с которыми интересно возиться, может быть, потому что, скорее всего, они вот когда-то встанут в общий пазл на место, и это интересно. Вот где Кальвера находится на диаграмме ПП с точкой. Может быть, это все-таки радиопульсар, такой вот слегка необычный, который не светит на нас, и мы видим только его тепловое излучение. Так вполне может быть. Был обнаружен еще один объект, похожий на источники великолепной семерки, и снова всю испортил период. Он прям вот этот был очень похож, и мы считали его восьмым какое-то время.
Потом у него померили период, период 19 миллисекунд, снова очень плохо. И в этом смысле он чем-то похож на Кальверу, но ясности опять-таки так и нет. Это заведомо молодая нейтронная звезда, объект, находящийся прямо в области, где недавно шло очень бурное звездообразование, где до сих пор много массивных звезд. Про тепловую эволюцию сейчас уже не буду говорить. Здесь еще раз показаны источники великолепной семерки на диаграмме ПП-точки в сравнении с другими объектами. Но давайте я начну обращать внимание на другой тип объектов, показанный квадратиками. Это РАТСы, вращающиеся радиотранзиенты. Это еще один недавно, в 21 веке, открытый тип нейтронных звезд. Вот, наверное, с него мы начнем следующую лекцию, а эту я закончу тем, что, конечно же, мы хотим больше объектов типа семерки. Они очень важны для понимания эволюции нейтронных звезд. И, как часто бывает, есть два основных подхода к поиску новых объектов. Первое. Можно копаться в данных. Данных много, данные открыты. Ну вот пример того, что пульсар в крабовидной туманности был на старых снимках, и можно было пробовать придумывать, как его выделять, он, в принципе, иногда вдохновляет людей, и люди пытаются активно копаться в данных, но кажется, что здесь этот период уже прошел. В 90-е, в нулевые очень активно работали с данными Росата, с данными Чандра-XMM, ну и это привело к обнаружению Кальвера и к обнаружению второго XMM-овского объекта, о котором мы уже поговорили. Так что, наверное, нужны новые данные. И здесь большие надежды возлагают на Эрозиту, который, как вы знаете, успешно работает. Соответственно, вот через пару лет, когда активно начнут искать новые объекты в данных Эрозиты, по всей видимости, будет обнаружено много новых источников типа великолепной семерки. Это и ранние работы показывали. Там вот с Пашей Болдином мы делали работу, Адриана Пирос. И вот сейчас мы с Аленой, скажем, пытаемся тоже думать в эту сторону. И оценки показывают, что Эрозита вполне себе эффективный инструмент для обнаружения нейтронных звезд, принадлежащих к разным вот этим популяциям. Ну и кто знает, в принципе, инструменты, делающие такой большой шаг вперед, они всегда, ну почти всегда позволяют открывать не просто новые объекты, но и новые типы объектов. Посмотрим, сможет ли Эрозита здесь что-то сделать. Мы отдельно поговорим об одном из типов объектов, об аккрецирующих одиночных нейтронных звездах, которые Эрозита может обнаружить. Хорошо, тогда на этом я первую лекцию заканчиваю, а потом мы начнем говорить про вращающиеся радиотранзиенты и другие типы объектов. Ну, вот начнем с пульсаров, которые не наблюдаются в радиодиапазоне.